Борис Дельзон был в высшей степени отважным человеком. Профессиональным военным он ничего не боялся. Ни вражеских солдат, ни придворных завистников, которых хватало. Единственное, что тревожило полководца, так это судьба его младшего брата, Жана Батиста. Кстати, тоже офицер Великой Армии. А волноваться было из-за чего? Уж слишком молод и горяч был родственник. В бою постоянно лез на рожон. По глупости подставлялся под неприятельские пули. Рисковал жизнью. И вот тогда Алексис Дельзон сделал брата своим адъютантом. Так спокойнее. Чуть что, он, генерал, поможет, подскажет, спасет, прикроет. Да, непредсказуемая штука, судьба. А ведь произойдет все в точности наоборот. Во время похода на Москву Алексис Дельзон командовал 13-й пехотной дивизией. Утром 17 сентября 1812 года именно его стрелки выбили русских егерей из села Бородино, дав таким образом сигнал к началу самой кровопролитной битвы эпохи наполеоновских войн. А потом было отступление, или, вернее сказать, бегство и сражение под Малоярославцем. Дельзон получает приказ любой ценой захватить этот город. Два его батальона принимают на себя всю силу удара русских егерских полков, которые выбивают французов на окраину. Но Дельзон отступать не привык. Он контратакует, сам ведет солдат вперед. Его расшитый золотом мундир виден издалека. Его расшитая золотыми нитями треуголка — отличная мишень. Повсюду шквальный огонь, но генерал как будто не замечает этого. Он уверенно командует войсками на поле боя, но тут Алексис Дельзон получает сразу три пулевых ранения, одно из них в голову. Полководец падает, а вокруг разрываются ядра, летит картечь. В этот самый момент адъютант Жан-Батист Дельзон-младший бросается на землю и собой прикрывает тело родного брата. Погибают оба. Без своего командира французы отступают. Они бегут. Битва проиграна. На следующий день тело Алексиса Дельзона было захоронено на поле брани. Где-то рядом, в братской могиле, лежал его брат. А в 1992 году на пожертвование мэрии французского города Ариал у стен Черноостровского монастыря в Малоярославце был установлен памятный обелиск в честь отважного полководца, генерала Алексиса Жозефа Дельзона. Что ж, это был достойный противник. Достойный уважения. Парад побежден. Честный человек с тем и живет, чтобы иметь врагов. Русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Слушайте сегодня, после 7 вечера, 100 событий, которые изменили Россию. Документы, свидетельства, факты. 20-й съезд КПСС. Я Сергей Дроненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук. Нам важны не загадки, а разгадки истории. Конечно, о том, что будет произнесен некий доклад о Сталине, слухи-то распространялись, но никто не думал, что это будет доклад решительный в глазах того времени. 100 событий, которые изменили Россию. 20-й съезд КПСС. Слушайте сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».